Давайте сегодня построим нечто атмосферное и что-то менее аккуратное. Тем более новый городок Минвунд Милл так и кричит об этом. Мне хотелось передать атмосферу разрушенного заброшенного здания, которое оборотень-одиночка так немножечко решил обжить. Так как он скрывает свой секрет, возможно, он вынужден часто переезжать, чтобы его не засекли. Он не привязан к месту, поэтому я старалась передать несколько небрежный и заброшенный вид. Для этого образа я добавила несколько дыр в стенах, якобы заколоченных досками. Ну и чтобы, скажем так, сильно им не дуло, парочку брезентовой ткани. А на первом этаже им, видимо, брезента не везде хватило. И окна где-то решили прикрыть газетами, а где-то даже используются старые фабричные ставни. Если вам понравилась моя идея лобного оборотня, то можете скачать его из галереи или по ссылке в описании. А если хотите еще больше идей в скоростных сборках, то можете на меня подписаться.